Сегодня очень необычная сборка. Принесли велосипед. Называется Rocky Mountain. То есть человек купил раму, это типа Канада, и начал на нее собирать все-все-все, что можно. Значит, вилочка у нас китайская Vivi Max воздушная. Сколько прослужит, неизвестно. Вот она тут с поплоком. Снизу, вот здесь вот где винты, там прям трещины на алюминии. То есть прям жесть какая-то. Вот. Что тут у нас? Сборная солянка вообще всего, что можно. Кевларовые покрышки. Такой вот длинный вынос. А система, трансмиссия, хотел вам рассказать. Смотрите, какой Dior. Не знаю, насколько он оригинальный. Скорее всего, он вообще не оригинальный. Но здесь трансмиссия 1 на 12. С гигантской сковородой, больше 50 зубьев. И это все более-менее работает. Правда, вот непонятно, тут звезды какие-то убитые, не убитые. На крайних положениях бывает, что соскакивает. То есть не предназначена эта трансмиссия для этого велика. Гидравлика Shimano, Китай. Вроде бы работает. Все обезжирили, все настроили, все сделали. То есть вот такой вот очень необычный самосбор. Половина китайских комплектующих, половина вот типа Максис и Кевлара. Все это собиралось по Авито, по интернету. И бюджет велосипеда, я не помню, что-то там то ли 50, то ли 60 тысяч. Велик легкий получился. Посмотрим, как он будет работать, насколько он будет удобен клиенту. Ну, вот такая вот очень необычная Rocky Mountain. Почему-то всегда хочется сказать рок-машина.